Всем снова привет, с вами Дима, и сегодня я буду проходить демон экстремальной сложности. Называется он Ice Carbon Diablo X, и он является самым первым экстремальным демоном. Этому уровню уже более 7 лет, но при этом даже спустя столько времени некоторые считают его невозможным. Лично я думаю, что это самый сложный уровень, который я когда-либо проходил, и даже несмотря на это, я все равно постараюсь его пройти. Но не могу же я спустя целый месяц вернуться с пустыми руками. Итак, вот наш Ice Carbon Diablo X, у меня пока что тут 1000 попыток ровно, кстати, ничего себе. Это у нас, как видите, экстрим демон. И на самом деле я как-то не особо уверен, что я хорошо к нему подготовился, потому что, ну, вы сейчас увидите, что тут вообще происходит. Это просто кошмар. Вот эти вот все сложные пролеты мне, естественно, надо будет как-то проходить. Потом вот так, так. Все тайминги, естественно, тут надо соблюдать, потому что демон достаточно сложный. И он чем-то даже похож на клабстеп. Мне кажется, автор именно этим уровнем вдохновлялся. И, как видим, он его сделал немножко посложнее. Потому что вот эти вот стритфлай, невидимо, это просто какой-то кошмар на самом деле. Но, как видим, вот этих мест, которые реально сложные, их тут немного. То есть тут половина уровня такая довольно простая, половина вот такая вот. Так, но концовка более-менее простая. У нас еще тут такой стритфлай имеется сложный. Но, в принципе, кроме него толком тут ничего нету. У меня 22 попытки всего лишь. Давайте попробуем это пройти. Короче, проходим вот первую вот эту часть. Нажимаем вот так, раз, два. И мы уже на 10%. Ничего себе. Опа. Так, значит, прыгаем сюда. Я надеюсь, я сейчас дойду до дропа, потому что, в принципе, в самом начале тут ничего такого сложного нету. Все самое сложное начинается с дропа. И вот я наконец-то до него дошел. Я не знаю, у меня получится везде так разговаривать или нет, потому что тут, как вы понимаете, очень сложно. Но мы уже как минимум поставили 40%, как бы экстрим демон, да? Чего? Так, ну и у нас вот это вот очень сложное место. Я так и знал, что это тут буду умирать. Это 100%. Потому что это место, в принципе, является самым сложным в этом уровне. И, как видите, с первой попытки я поставил уже такой рекорд. Ничего себе. Если говорить о сложности этого уровня, то, как по мне, он сложнее Subversive, хоть по топу это не так. Но лично для меня, как видите, тут больше всяких стритфлаев, а у меня с ними как бы проблемы. Хорошо, опять мы на этом месте. Значит, я надеюсь, сейчас мне более-менее повезет, и я пройду наконец-то этот момент. Господи, ну сейчас я рано нажал. Ну что с тобой не так? Я вот еще, кстати, удивлен, почему это демон не за дизлайком. Потому что раньше, когда выходил какой-то сложный демон, то его моментально просто засыпали дизлайками. А здесь, несмотря на то, что это самый первый экстрим, как бы все нормально, этот демон достаточно популярный. Ну, это довольно странно. Я бы сказал, что это исключение из правил, поэтому да, окей, погнали. Так, полетели. Да. Так, ну давай хотя бы сейчас, может быть, ты сделаешь все как надо, слава богу. Так, вот здесь вот просто надо аккуратно прыгать. И дальше у нас просто легкая ефошка из клабстепа, нормально. Так вот, вот так. Блин, это сложно. Ладно, это не баг. Это был не баг, это я немного затупил. Тут на этих сферах надо было немного по-другому нажимать. Но, блин, 60%. Я еще слился на таком очень легком месте. Это... Все-таки это демон не самый простой, тут действительно есть сложные места, например, как вот это вот в начале, тут их достаточно много, скажем так. И в любом случае ты волнуешься даже на 50%, поэтому это сейчас надо как-то побороть и, естественно, пройти это все. А самое обидное, то что я прошел все самые сложные места, и по сути, остальные 40% там были достаточно простые. Я не знаю, несмотря даже на большой дисбаланс этого уровня, какой он кривой, косой и все такое, мне он действительно нравится, я некую фановость испытываю, когда в него играю, вот прям реально круто. Но вот правда вот это вот место мне не очень нравится. Оно прям такое сложное. Я не понимаю, что это вообще такое. Мне просто надо было про стритфлай чуть подольше. В принципе, все. Это была бы уже концовка. Ну это почему так происходит? Я просто этого не понимаю. Короче, этот демон оказался намного сложнее, чем я думал. Ну, в принципе, как и всегда. И у меня реально возникают трудности для того, чтобы пройти его. То есть, вообще нифига не получается. Конечно, начало, да, начало я уже примерно заучил. Хотя я постоянно забываю, как это проходится. Потому что я сижу уже тут достаточно долго. У меня уже даже палец болит. Но вот остальные части мне даются как-то не очень хорошо. Вот, например, как вот это вот. Также вот это вот место, которое я до сих пор понять не могу. Вот как-то вот. Я не знаю, как оно проходится, честно. Там просто как его не тренируй, все равно у тебя не будет получаться, потому что оно достаточно рандомное. И вот самое обидное, то что это находится прямо в середине уровня. Ну не совсем в середине, на 40%, но все же. Типа ты проходишь практически половину уровня для того, чтобы там пройти с шансом, наверное, 5%. Это настолько прям обидно, учитывая то, что для этого надо пройти еще вот эти вот все стритфлаи, которые еще немножко забагованные. Ну, не то, что забагованные, ну, короче, со своеобразными таймингами. Хоть и этот уровень мне, в принципе, нравится, то есть он не вызывает никаких там неприятных чувств, все равно проходить его сложно, как минимум, из-за этого дисбаланса. Я просто не знаю, что с ним делать. Короче, сейчас тоже умру, наверное. Ну, да, естественно, почему бы и нет. Но вот сейчас я не умер, прошел то место наконец-таки. Сейчас у нас будет тоже довольно рандомное место. И...
Конечно. Мне кажется, мне сегодня после этого уровня просто будут эти корабли сниться, там, где я постоянно умираю, думаю, надо нажать пораньше, теперь надо попозже, теперь пораньше. Просто 8 часов так будет, если я выдержу, конечно. Мне кажется, я полчаса даже не посплю. Таким образом. Но это просто кошмар. Как же меня корабли уже в этом уровне раздражают. Это просто, ну вот посмотрите на вот это вот. На вот это вот посмотрите. Это просто, это кошмар. Где я умер? Правильно, на корабле. Не, хорошо, ладно, лучше я буду умирать на корабле, честно, чем умирать в каких-то простых местах. Там я хотя бы подумаю, что у меня может быть скилла просто не хватает, чтобы нормально на этом корабле сыграть. Но вот сливаться на вот таких вот частях, ну серьезно, что ли? Фух. 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 Ой, как же это неожиданно. Я вам клянусь. Я вообще не планировал то, что я сейчас это пройду. Это вообще кошмар. Записывается, я надеюсь. Все записывается, мгновенный повтор. Это просто ужас. Это просто ужас. Вы себе не представляете, как это было сложно. 3000 попыток. Начинал я, когда было 999. Это просто ужас. Вы себе не представляете, насколько это канцерный демон. Ой, у меня так... У меня аж голос дрожит. Я не знаю. Это, я надеюсь, вы это слышите. Короче, облизать ничего не буду, чтобы реакцию вы услышали. Это просто ужас. Не буду комментарии оставлять, потому что это будет небольшой спойлер. Ну, короче, это ужас полный. Я собирался его пройти за сутки, чтобы как бы не возвращаться, да, с пустыми руками после месяца отсутствия. И в итоге дня 4 его, наверное, проходило. Это просто кошмар. Это просто кошмар. Как же это сложно. Я вам говорю, типа... Я не знаю, мне сложно. Я бы не сказал то, что это сложнее Субверсива или Катаклизма, но точно не легче, потому что сколько тут мест сложных есть, сколько на это времени потребовало сил, это просто ужас, ребята, это просто ужас. Фух, надеюсь, такое возвращение вам понравится. Я реально очень старался. Я не ожидал, что так получится. Это просто кошмар. Дайте я воды попью, подождите. Короче, ребят, вот такое вот возвращение у меня получилось. Я понимаю, что я постоянно извиняюсь за то, что я часто ухожу. И после этого же ролика опять ухожу. Но надеюсь, сейчас такого не будет. Я до сих пор не отошел, извините. Я решил после месяца отсутствия порадовать вас таким прохождением. Надеюсь, вам очень понравится. Если хотите, чтобы я прошел следующий экстрим демон, то давайте наберем тут, я не знаю, 1 000 000 лайков. Мне не хочется просто это делать, я вам клянусь. Короче, давайте так, 15 тысяч лайков набираем, и я прохожу следующий экстрим. Я понимаю, то, что это видео, скорее всего, не зайдет, потому что обычно видео с экстримами на моем канале не особо много просмотров набирают и лайков, поэтому... Да. Изначально я думал, что это довольно простой демон, и он намного проще Субверсива и Катаклизма, но по итогу мне кажется, что он сложнее. Но это опять же лично мое мнение, потому что все самые сложные места на этом уровне проходятся на корабле, а у меня вообще не получается на нем нормально играть. Естественно, мне хочется это исправить, поэтому если вы хотите мне помочь, то постройте на официальном сервере какой-нибудь челлендж на корабле. Назовите его на Лишип, и в следующем видео я постараюсь пройти ваши уровни. Ну а так, всем огромное спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, но я с вами прощаюсь, всем пока.